Сегодня мы пришли в дендрарий, будем гулять, устроим какой-нибудь пикничок. В общем, сегодня мы продолжаем гулять, и завтра мне опять на работу. Я так не хочу. Хочу отдыхать. Ходи по одному. Вышли на смотровую площадку. Поднялись по канатке. Милочка. Ой, она кушает. А где она? Куда она спустилась? Смотри, Стёп. Вон еще, вон, мам. Вот. Аккуратней только, господи. А что, их можно кормить? Запнул. Как, блин? Он мне повар, что это все, блин. Так тебе и надо, нефиг кормить. Как смотрит внимательно, да? А этот не дикий, не просит ничего пожрать. Ну, такие глаза, знаешь, это. Потомки. Мы остановились на лавочке. И теперь у нас пикник. Дианка хотела на полянке, но не получилось. Они подумали, что мы их кормить пришли. А у нас хлебушек есть. Да не надо их кормить. Почему? Да не надо кормить, вдруг нельзя. Тормози, да, а? Пусть еще. Даня, как всегда, боится, что ли? Он его что-то с лапой. О, самый большой супермал. Сегодня 28 октября. Мы провожаем родителей, гуляем сегодня, завтра они уезжают. Я даже не съезжу в аэропорт, чтобы их проводить, потому что у меня рабочий день. Грустно, но хорошо сегодня на улице, солнечно. Уходит там эта женщина. Сегодня последний день гуляем, завтра мама с папой уезжают. И нашли белочку. О, нифига, она так быстро как собирается туда.